Телеканал КРТ представляє. Когда мы говорим, например, о том, что брать хорошего в экономическом сфере у мира, да, у развитых стран мира, то давайте возьмем ихний протекционизм. Давайте возьмем ихний меркантилизм. Это же тоже экономические категории, и они тоже работают. И Трамп очень жестко защищает свой рынок и лоббирует американский бизнес и заставляет, чтобы американские товары продавались свободно везде. Не дивлячись на те, що якісь там вільні ринки, його це не цікавить. Ну, тому що, ну, должен же бути розговор. Ну, понимаете, ведь она же реально, ну, как бы, можно сказать, как кинули, да, в этой всей ситуации. У нас есть Будапештский договор, да, который подписали страны-гаранты. По этому Будапештскому договору у нас есть гарантии безопасности. Это же совсем иншая история. Смотрите, это не история, это история, нет. Я сейчас вернусь в экономику. Я точно не хочу говорить о политике и точно не хочу говорить о военным конфликтам, потому что есть для этого военные, политологи и политики. Но мы возьмем экономическую составляющую. Мы из-за военного конфликта, оккупации Крыма и военного конфликта на Востоке экономически пострадали? Пострадали. Ну, если мы экономически пострадали, но надо поднимать вопрос. Вот мы должны Международному валютному фонду. Мы должны международным финансовым организациям. Сегодня это общий долг где-то порядка 80 миллиардов долларов. На обслуживание этого долга только в этом году надо там подошли счета 15 миллиардов. Это же экономические категории, да? Ну, так может быть, нужно выставить встречные иски против стран-гарантов, против Соединенных Штатов Америки, у которых 18% акций в Международном валютном фонде, против Великобритании, страна-гарант, правильно? Против Китая и Франции. И говорить с ними: ребят, вы гаранты, то, что вы военные, там непонятно, как нам помогаете, наши люди гибнут, их люди же не гибнут, да, наши люди гибнут. Но давайте и об экономике поговорим. То получается, как мы пострадали экономически, вы нам не помогаете, а когда у нас проблемы экономические, вы нам даете только под проценты и ставите еще политические угрозы, все остальное. То есть правительство должно использовать все возможности, все рычаги для разнопланового защиты экономики нашего государства. И Будапештский договор надо в этом плане однозначно использовать, потому что у договора есть военно-политическая составляющая и есть экономическая составляющая, как следствие нарушений Будапештского договора одним из страной-участников. Вот и все. Там же разные, по разным подсчетам называли разные цифры, но все эти цифры ущерба Украины от аннексии Крыма и от конфликта на Востоке, все эти цифры больше 100 миллиардов. Разные там подсчеты были, но все больше 100 миллиардов. А у нас долг 70 миллиардов, 80. Ну, так может, зачет надо сделать? Я думаю, це було б дуже логічно, тим паче, що якщо подивитися, що борги списували, Польщі списали борги в свій час. І приблизно десь така сума була, якщо враховувати інфляцію по долару. І я вам скажу більш інтересний примір. Ви знаєте, греків в два рази менше, ніж поляків. И в 5 раз меньше, чем украинцев. Ну, им списали 120 миллиардов. 120 миллиардов. Mm-hmm. Более того, преференции по туризму, преференции по тому, вы знаете, что греки монополию держат в мире по танкерному флоту. Mm-hmm. И в силу договоренности с греками, вот многие из других стран могли бы делать танкеры, вот им эту монополию поддерживают. Понимаете, что поддерживают? А это же работает целая индустрия, это же работают судоверфи, это очень наукоемкое, это же не то, что у нас давят, чтобы мы зерно продавали. Понимаете? А это же наукоемкая работа, где работают инженеры, это же дальше большое количество потребления металла, работают металлургические комбинаты, это высокоточная, высокотехничная работа, навигация, чего только сегодня стоит, все остальное. Поэтому неравнозначная поддержка в сторону Украины и очень слабые переговорные позиции.